юнармейцев открылся в детско-юношеском центре «Каскад». Ребятам там будут прививать любовь к родине и рассказывать, как важно быть законопослушными гражданами своей страны. Мальчишки и девчонки будут приучаться к дисциплине, учиться дружить, выручать младших товарищей и защищать слабых, помогать ветеранам. Быть вежливыми, служить примером выдержки и скромности. А также стрелять, разбирать оружие и маршировать. Молодое военно-патриотическое движение, куда могут вступить все дети с 8 лет, было основано в 2016 году. Начальная военная подготовка откроет каждому участнику двери ко многим увлекательным событиям. Например, к участию в парадах Победы. С ребятами, когда разговариваешь и просто задаешь вопрос, кто такой был Сталин, уже даже этого не знают. Гитлер, да, что-то было на слуху, но не знают. То есть историю забывают. И, ну, в принципе, конечно, если с таким подходом относиться к, ну, к воспитанию наших детей, то нас будут по праву называть Иванами, не помнящими родства. То есть, ну, мы должны помнить свою историю, мы должны передавать те знания, которые мы сами обладаем. Для меня быть патриотом – это уважать родителей, любить родину, защищать ее, не обижать маленьких, самое главное. Мы учимся патриотике, и у нас такой военный дух. Это всегда быть за свою страну горой, никогда не отступать, если враг нападет. И всегда быть со своими друзьями. Юнармия уже объединила сотни детей и подростков из Березняков. Записать своего ребенка в это движение можно в рабочие дни, позвонив в центр «Каскад» по телефону 23 56 12.